Вы видите две аптечки. Это российская аптечка и украинская аптечка. Даже с самой величины можно сравнить, у кого больше и лучше. Но давайте начнем, что же в середине аптечек. Сейчас у меня в руке, вот, можно видеть даже герб, Россия, это российская аптечка. Да, немного маленькая, что же там в середине. Это аптечка, дата выпуска 2018 года, вот здесь можно увидеть на камере. И мы видим только две вещи. Вот здесь аптечка первой помощи, индивидуальная. Утверждена начальником Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации. Это инструкция, что и как. Несколько страниц для заметок, для чего-то сделано. И содержание. Так, что же в содержании? Здесь в содержании мы находим... это, скорее всего, даже не видно, что это такое. Потому что, походу, очень старые. Это, скорее всего, пакет перевязочный, медицинский, индивидуальный. Вот, вы видите, от сырости даже какая-то плесень на этой штуковине есть. Дальше, что мы видим? Грязная немного эта аптечка. И вот такой жгут, да? Я подчеркиваю, это аптечка русского оккупанта. Вот такой жгут. Я припоминаю, я родился сам еще в Советском Союзе. Вот помню, у меня была травма руки. И таким жгутом, мне было 6 или 7 лет, врачи мне перематывали руку, чтобы остановить кровь. Вот, все. Больше ничего нету. Пакет и жгут. Это аптечка российского захватчика-оккупанта. Давайте перейдем и посмотрим... Что же? Ой, грязная такая очень. Нужно смести это все со стола. От русской аптечки, российской аптечки, да? Почему вагнеровцы говорили брать аптечки у украинцев? Скорее всего, она лучше, и мы сейчас посмотрим, чем же она лучше. Ну, даже если говорить об упаковке, то она на 100% лучше. Вот. Мы видим здесь пакет перевязочный, индивидуальный, стерильный есть. Это аптечка украинского воина. Вот мы смотрим, это турникет кетовский. Это хороший производитель кетовского турникета. Даже можем открыть, чтобы все видели, как он выглядит. Это не жгут Советского Союза, а турникет. Вот так он выглядит. Затягивается. Дальше. Есть ножницы, чтобы обрезать. Также у нас здесь бинт марлевый медицинский. Это назофарингеальный воздухопровод. Вот мы видим. Бингофрированный кровоспас. Еще один пакет перевязочный индивидуальный. Лейкопластырь. Это маркер черный. Наверное, чтобы что-то там отметить, когда ранение. Дальше у нас перчатки медицинские даже есть. Две пары. Также здесь есть приспособление для остановления крови механическое. Это жгут кровоспинной
Даже можем посмотреть, как он выглядит. Резиновый. Нужна помощь, чтобы открыть его. Вот это такая штуковина. Можете посмотреть. Все новое, хорошего качества. И последнее, что есть в аптечке украинского воина, это перевязочный пакет с кровоспиной. Вот герметический, даже слышно звук, когда он открывается. Вот так оно выглядит. Все новое, подчеркиваю. То есть мы специально это не искали, мы попросили трофейную аптечку и нашу аптечку, и нам такие вещи передали. То есть вот даже по количеству можно видеть аптечку украинскую. Еще раз покажу, что входит в состав российской аптечки. Конечно, лучше брать россиянам трофейную украинскую, потому что фактически у них ничего нету в их аптечках, что дает Минобороны Великой Российской Федерации для Второй армии мира.